27 марта в Каспийске прошли заседания городских методических объединений. Целью таких встреч является обеспечение методического и информационного сопровождения деятельности педагогических и руководящих работников образовательных организаций города, а также организация совершенствования методической работы, обобщения и распространения педагогического опыта. Отметим, что данные заседания прошли на базе школ Каспийска по разным направлениям. На базе 15-й школы. Повестка дня нашего заседания – это два вопроса. Нетрадиционные формы урока с ИКТ как способы познавательной деятельности учащихся. И второй вопрос – особенности подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга качества образования по английскому языку. На встрече преподаватели с разных образовательных учреждений Каспийска делились своим опытом, выступали с докладами по каждому вопросу. Было обсуждено множество тем, а также коллеги делились планами на будущее и изменениями, которые, возможно, будут внесены в систему преподавания. Нам нужно уже определиться с учителями о том, какие методы они используют на уроках. Будут выступать учителя разных школ, будем обсуждать темы, сложные варианты, какие у нас есть перспективы и что мы наработали. Отметим, что заседания прошли по разным направлениям. Русский язык в 11-м лицее, иностранные языки в 15-й школе, обучение в начальных классах во 2-й и многое другое. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».